На Почтовой площади не крестили Русь, а найденные там артефакты не уникальны. Так утверждают в Институте археологии. Ученые поделились подробностями раскопок на этом месте. Что обнаружили и будет ли на Почтовой музей, узнавала Ксения Барвиненко. Заявление о том, что именно в этой части столичного подола происходило крещение Руси, специалисты Института археологии называют дилетантскими. Ведь там нашли материалы более поздних времен. Наиболее ранние на сегодняшний день материалы, которые там получены, датируются второй половиной XI века. Это было зафиксировано остатки усадьбы древнерусской. Более ранних слоев там не зафиксировано, под усадьбой уже был материковый горизонт, то есть не связанный с жизнью человека. Летописи нам не позволяют говорить о том, что крещение происходило на Почтовой площади, поскольку летопись достаточно лаконична здесь. Историки утверждают, определить, где именно состоялось крещение Руси, невозможно. Звідки галасливі громадські діячі взяли цю інформацію, мені невідомо. Про це місце немає жодних згадок в давніх джерелах. В літописі сказано, що киян хрестили на Дніпрі, але не зазначено, в якому саме з місці. Існують життя Володимира Святого, хрестителя Русі, де місце вказано інакше, річка Почайна. В деяких редакціях прив'язано навіть до споруд. Кроме того, археологи уверяют, речь о создании какого-либо музея на территории Почтовой площади в столице не идет. Ксения Барвиненко, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер.